позднее армия превращается. Это Ирина Коновалова? Нет. Франции. Это вот, вот этот, конфеты с нею. С нее срисованы. С этой картины. Здесь нету, да, таких конфет? У вас есть такие? Да, знаете, это опять... Петербургский буряты, да, или написано? Вот, в общем, на русском. Да, Иркутская губерния была. Дом, ну, в 106-м квартале. Так, а это даже не листай быстро, что сказать. Иркутская тоже губерния. Получается... Большой гараж, музей, который является фундаментом. Национальный музей Республики Бурятии. Угу. А что за под редакцией? Баранова Иван, руководитель проекта. Там такой забор шикарный. Манжатов участвует, Булхасоев. Фляжка сколько грамм? 250. Иркутская, все Иркутская. Да? Рукавица, как да. О, какие смешные тапочки. Не, ну ты возьми сейчас зимой, в лес будем ходить. Сам. Красиво. 8 оз. Оз это что? Это жидкостная унция. Ну, примерно треть литра. Ой, говорю, не-не-не. Ну, вы посмотрите на своих этих, на своих духах, на пятидесятке, например, что на прикольно, да. И сап, ну, а нет, набери-ка ОС, это сколько мера объема? У меня нет. У кого есть с собой мера объема? Компьютер вкручен. В компьютере. Посмотри. ОС, как мера объема. Самый ценный это вот же. Вот, вот. Неужели такие цветочки были? А, да. Вот. Смотри, видишь, конец 19 века написано в Вологодске. А там они по этим принтер. Смотрите, будет как, да? Как красиво. Это жидкая унция. Сколько это... весит? Слушай, это подарил отдел. Отдел? Вот я понимаю. 30 миллилитров, что ли, жидкостная унция? Сколько? Да, да, 30 миллилитров. Это мужской, да? Балаганский тоже искутерный. Это из камеры принтер. А там были булагаты. Но какой он не раскроем? Банту. А вот он изображен. Аскар потом подключится. Чем это? Это Байкальская область, Кабанский район. А мы тогда по наследник заберем. Ну, конечно. Принтер подарили, да, вот. Вот как раз мне нужен принтер. Принтер подарили. Принтер подарили этот, кто краден. Краден принтер. Седьмой, может быть, он. Смотри, как он звучит. Может, это 3D принтер? О, какие прикольные эти. Это косички? Это для... На кость, да. Какая странная фирма. Пантум, но я тоже не слышал. Пантум? Color black. Черно-белый, да? Черт, палец застрял. А что за спиртное, покажите? Города. А, Чингис? А еще? Рыхунный терлик. Да. Она охлаждает, надо ее снять, раздеть. Две водки. Это 240 грамм. 240, да? Ну, надо обзор сделать. Да. Что это? Костюм. Детский костюм. Вот, наверное, ходит. А. Не надо тыкать. Лежал на полу. Я его потеряла, еще не могу найти. Это, наверное, благодаря кому-то. Ага. Кто-нибудь еще не это? Папа, тебе конфетка осталась. А покажите. Это фотография же. Там мужчина стоял. Это его фотографии. Ну, он сам фото. А, этот монгола. Я думала о шапочке. Хороший, да? Думаю, вот эта шапочка конусообразная, ее выкройку.
А потом решила, что бурятам наверняка все делал. Разумно было, что этот выкройкой служит, наверное, просто полукруг сворачивают конусом. Вот да. Полукруг конусом сворачивают. Ну что они будут вымерять там градусы? Взяли круг, разрезали пополам, свернули, и получился конус. И как раз вот получается же примерно 45 градусов. Вот такую шапку надо носить. Да. Вот такую шапку надо носить. Пангодеры. Сапфировое стекло. Такие атмосферные противоводные. Но это значит, можно душ принимать. Это все же это. Не больше. Да, этот мастер. Я же буду кукол шить. Не больше. Да, я даричек вот так. Так вы можете вот это все воспроизвести. О, ничего себе не. Ой, осторожно, девочки. Да. Что-нибудь, что-нибудь. Сегодня 8-е, да? А это тоже что ли? Хангудеры. Сангола. Вот у нас сект сангул считается. Санголка? Да. Ну, по папе. А, папа уже, да. Все говорят, скажут, ну, все ясно. Да. Мы как-то в это... Нет. А у тебя предыдущие... Они где? Еще одна там давно подарили. Вон под картиной. Вот. Картина вот это меня удивляет такой наряд. Хотелось бы посмотреть головной убор, как делается. Это иркутяне. И в Иркутске у себя купили. Не наш Байкал. Не по нашему. Ну, это студенка, нет? И что там горит? Ну, или, а, нет. Вблизи студенка. Там студенка, да? Тоже лет красиво, ой, красиво. А это что такое? На вершине нашелся. На вершине главного угла. Ой! Вот эти все приехали с артой. Вот эти все отделки. Так сорту это какой раз? Тунка, что ли? И где собака бастей? А еще он тихо. Ладно, мы поедем. Ну ладно, мы тоже поедем. А эти там у нас. Ремонт?